просроченные продукты, все не прикрыто. Вот эта картошка готовится просто в черном масле, которая уже давным-давно нужно списать. Да, вот это вот красота. Вот эта красота. Да, все стоит. Вы должны это знать. Это вы должны знать. Вы знаете, где Шевкова? Нет его, спрятался он, да? Говорил, что я делаю нечестно свою работу. Они от нас закрыли, на самом деле, охранники вот я такие большие. Я очень люблю вашу передачу. Ой, спасибо вам большое. А я вас люблю и хочу, чтобы вы все были здоровы. Это все правда. Спасибо вам. Друзья, пожалуйста, не ешьте вы здесь. Лена, мы знаем, у нас уже тараканы были. Тараканы уже появлялись. В зале тоже тараканы есть. Здесь в зале тоже тараканы. Они больше не говорят, что это нормально, в порядке вещей. Не переживайте. Друзья, это отношение персонала к вам. Вам, к людям, которые приходят, доверяют этому кафе, доверяют, думают, что они честно работают. И самое главное, вы доверяете самое важное, самое дорогое, что у вас есть. Здоровье. Ваше здоровье и здоровье ваших детей. Спасибо. Поэтому будьте добры, пожалуйста, ну не ешьте. Есть хорошие кафе, мы будем их выявлять. Ладно? Спасибо, да. Спасибо, это я вам не скажу.